Я учу детей снимать фильмы. У меня своя киношкола «Бузот» в Белорецке. Вообще, на онлайн скоро станет. А Ильдар Фамильевич учит детей восточному единоборству. Почему мы этим занимаемся? Потому что дети – это наше будущее. И это не просто красивые слова, а с детьми очень приятно и радостно общаться, потому что они бескорыстные, они искренние, они правдивые, в них нет ханжества, и самое главное, в них нет еще хамства. Вот. Они живут, радостно встречая каждый день рождаясь, чтобы жить и радоваться. Как это просто. Взрослые люди, к сожалению, так не умеют. Ну, я имею в виду взрослых людей, тех, кто служит мамоне. Тех, кто ради денег готов продать друзей, отобрать чужой бизнес, разрушить чужую мечту. Таких людей много. Но на самом деле добрых и светлых людей гораздо больше. И работая с маленькими детьми, ну как маленькими, у меня примерно возраст 14-15 лет, от 12 начиная, я верю в будущее нашей страны, потому что вот те дети, с которыми я сейчас взаимодействую, работаю, снимаю фильмы, они светлые. Они знают, чего хотят. У них в душе и в голове все правильно. Они созидатели. А изменяться нам нужно. Нам, родителям. В нас все проблемы. Они придут, когда им будет 30-50 лет, когда они начнут управлять страной. У нас все будет хорошо, я в этом абсолютно уверен. А мы люди мосты. Мы, старшее поколение, должны передать вот те знания, то солидарность коллектива и ценность личности в этом коллективе детям нашим. Вот сейчас. Это очень важно. Очень важно сейчас отстоять. Олимпик парк, отстоять школу самбо и дзюдо, отстоять Ильдара, отстоять его мечту и отстоять право на собственное мнение,